Опасный спуск в подвал – залог переломанных конечностей. В этом уверены жильцы дома номер 104 на Чертыгашево. Ремонтируя разрушенные после капремонта ступеньки, строители оставили людям вот такую полосу препятствий. Спуск слишком крутой. Любой может оступиться. Я боюсь, что снег выпадет или еще что-то. И уже будет не сезон что-либо сделать. При спуске в теплое время года представляет трудность, а в холодное время года, когда снег покроет, это вот просто можно убиться. Навести полный порядок на ступеньках подрядчик обещал в течение 2 недель. Работа началась только тогда, когда на место приехала съемочная группа РТС. Жильцы, впрочем, все равно остались недовольны. Говорят, что нарощенная ступенька не менее опасна, чем пологий спуск. С другой стороны, работа может быть не завершена до конца. Выводы можно будет строить после того, как снимут опалубку. Здравствуйте. Проходите. Покажу, как сделали нам капремонт. Ругают строители и жильцы дома из-за ремонта инженерных сетей. Трубы на системе отопления людям поменяли еще в апреле. Обещали даже покрасить, но ВОЗ и ныне там. По словам Елены Катковой, при монтаже в ванной комнате дошло с подрядчиками почти до рукоприкладства. Трения были вот такие, ну да, практически. Пихали друг друга они. Просто кто, вот молодые люди, которые видят, наверное, будут знать, о ком говорят речь. Имена я их не знаю. Было сделано замечание о том, что были уплачены деньги, им пофигу, они пришли. Просто наломали. В непростой ситуации в доме номер 104 в фонде капремонта Хакасии в курсе. С опасным спуском в организации пообещали разобраться. Что касается конфликтов с подрядчиками, тут у специалистов однозначный совет. Делать замечания сантехникам и сварщикам не нужно. Необходимо просто обратиться к нам в фонд, и мы уже в рамках гарантийных обязательств через руководство подрядчика все эти вопросы решим. Зачастую бывает, когда все вопросы пытаются или претензии через именно работника, и ни к чему хорошему, как правило, это не приводит. По словам Сергея Душенкова, устранять различные замечания приходится нечасто, в 5% случаев. В рамках судебных мероприятий подрядчики свои недочеты стараются исправить. Андрей Пахабов, Станислав Колчинаев, РТС.